Детали готовы. Загружаем, подправляем, собираем и красим. Ну что, красавчик получился. Теперь нужно продать этого робота кому-нибудь. И если я напродаю на 50 миллионов долларов, то я захвачу мир. Что ж, начать нужно с малого. Итак, здравствуйте, держите робота. Ого, я заработал первые 10 баксов. Лень, что ты со мной сделал? А ты выглядишь гораздо красивее, чем я тебя собрал. Я не хочу быть роботом. А ну-ка стоять. Стёп, ты как раз будешь следующим. Не-не-не, давай я буду на тебя работать. Ну, работай на меня, постарайся. Сейчас нужно мне как можно больше деталей. Мы соберем нового робота, который встанет на ноги и пойдет в продажу. Я сделаю робоферму круче, чем у тебя, понятно? Как может робот сделать робоферму лучше, чем я? Давай-давай, шуруй. У него не получится. Конечно, Стёп, это 100%. А вот наша робоферма будет идеальная. Чем больше роботов мы собираем и продаем, тем больше денег мы, собственно, зарабатываем. Опять же, моя цель 50 миллионов долларов. Это очень много. Я взял сразу в коробку несколько роботов. Итак, здравствуйте, держите. Ой, он похож на мистера Биста. Подпишитесь, если согласны. Сейчас мне нужно прокачать мой магазин, так как у меня есть уже стартовый капитал в 90 долларов. А, стоп, мы ничего не можем прокачать. Тогда я куплю эти деньги, логично же. 100 тысяч долларов. Отлично. Я потрачу на это 400 робуксов, а вы поставите лайк. Ну все, улучшитель 100 тысяч куплен. А это значит, что я сейчас найму первого работника, второго, третьего, четвертого, и они будут делать конвейер без моей помощи. Я найму механика, менеджера и программиста. Я не знаю для чего, наверняка они будут давать больше денег. И итого у меня остается еще 99 тысяч. Практически ничего не потратил. А это значит, что сейчас эти деньги уйдут на прокачку. Ой, как-то дорогая прокачка здесь выходит, ребят. Больше места на конвейере, 250, дальше 1000, 10 тысяч. У меня сейчас все деньги закончатся. Я этого не хочу. Лучше сделаем новый конвейер. Конечно же, сюда наймем новых сотрудников. Я не знаю, как Леня собрался меня обогнать, если я стану лучшим в этой игре. Нанять программиста. 500 долларов. Конечно. Давай, посмотрим, что он сейчас будет делать. Он программирует нашего робота. Только вот зачем, непонятно. У него есть какая-то шкала, которая, если дойдет до самого конца, то мы получим 142 доллара. Лень, ты чего здесь устроил? Я строю бизнес по созданию роботов, Лень. А что не так? Почему так много? Как ты это сделал так быстро? Очень легко, Лень. Я продал много роботов, заработал деньги. Не будем ему говорить, что мы им просто задонатили 100 тысяч баксов. Ведь сейчас те роботы, которые мне создали, дадут всего лишь 1000 долларов. Это очень мало. И это что, подарок? Я все сделаю лучше. У меня всегда все лучше. Ну, конечно. Лети отсюда, Базз Лайтер. Все у него лучше. Если вы поставите хотя бы один лайк, я посмотрю, что он там делает. Итак, пора улучшить нашу базу. Хотя на это так жалко тратить деньги. Но давайте это сделаем, потому что их же надо куда-то тратить. Итого у меня остается всего лишь 20 тысяч. И конвейер работает. Рабочие делают нам роботов. Обалдеть. Сейчас мы собираем здесь всех роботов. Но лучше, конечно, купить автопродажу. Да, на это снова придется задонатить. Но что делать-то? 250 робуксов всего лишь стоит. Я это покупаю. Тем более вы уже поставили лайк. Класс, теперь мне не нужно даже бегать и продавать этих роботов. Значит, мы сейчас будем фармить. Мне нужно 200 роботов, чтобы расшириться. Это не так уж и долго. Придется всего лишь немножко подождать. А пока мои деньги просто прилетают мне на баланс. Это же круто. Надо посмотреть, что еще можно улучшить. У меня ни на что не хватает. Чего? 1,5 миллиона долларов, чтобы улучшить следующее значение? Ну нет, этого я делать не хочу. Продажи идут не очень. Стёп, по-моему, продажи идут идеально. А, извините, а что вы продаете? Ну, Кен, вообще-то я строю магазин роботов. Крутецкий магазин! Ага, если будешь мне мешать, я сделаю тебя роботом. Вот этого делать не стоит, Владус! Как раз у меня уже накопилось практически 200 роботов, которые помогут мне расшириться. Да уж, может быть, помочь им продавать, хотя здесь даже нечего продавать. Эти роботы продаются автоматически сразу, как только залетают в эту коробку. Класс! Лёня, тебе что надо снова? Лол! Чего? Я куплю спринт за 15 робуксов. Но он мне явно пригодится, потому что я хочу быстрее бегать. Во! Сейчас мы ускоряемся! А где там Лёнин магазин? А, серьезно? Это все, что ты сделал? Он что, только что прошел дальше? Эй, Лень, это нечестно! А ну не заходи ко мне, я сказал! Для тебя двери закрыты! Да как так-то, Лень? Ну ты же...
Он что, тоже купил автоматическую продажу? Он тоже задонатил! Это 100%, ребят. Я бегу в свой магазин. Ой, а там есть второй этаж? Так нас ждет обалденный магазин роботов. Ну уже, осталось еще чуть-чуть. 188 роботов продано. 195, 197. Откройте! Откройте, я сказал! Да Степ, да подожди ты, сейчас откроем. Все, 200 есть. Двери можно открывать. Конвейер покупаем. Дальше покупаем работника второго, третьего, четвертого. Только вот я не понимаю, хватит ли мне на это все денег? Мне кажется, что нет. Они сейчас будут очень-очень долго работать. Но мне придется им помочь. Закидываем сюда детали. А, стоп, так они пока что справляются. Их прям достаточно для того, чтобы... Степ, ты чё? Купи следующий конвейер. А, так ты отойди, я же не вижу, сколько он стоит. А, 2500. Нет? Сколько? Лол! Отойди с конвейера, я сказал. 12 тысяч? Это очень много. Здесь нам за одного робота дают 260... Стоп! А если я зайду в магазин и сейчас куплю какой-нибудь буст? Сверхчеловек! Золотой контакт, X5, коробковое пространство, 0.3 время работы. Что это все значит? Вот! Двойные роботы проданы. 70 робуксов всего лишь, а денег станет в два раза больше. Но надо скупить весь дом. Ой, Лень, ты здесь? Фиговый у тебя магазин! Или подвал? Или что это? Вообще-то, Лень, у меня точно такой же, как и у тебя. Не спрашивай! Вот так-то лучше. Мне нравится, как они их мутозят сковородками. Если в два раза больше роботов продается, то... А, нет! Они всего лишь зачисляются на этот баланс. Но я думал, что в два раза больше денег будут давать. Тогда ладно, мне придется делать все своими силами. Мне предлагают кучу раз купить деньги. Ну хватит. 149 робуксов за 50 тысяч долларов. Ну уж нет. Я из этого вырос. Я лучше им сейчас сам помогу сделать этих самых роботов. Ну а что? Не всегда же нужно быть бизнесменом. Иногда приходится и работать на свой же бизнес. Да уж, мне придется делать это очень долго, потому что нанять следующего работника стоит 17 тысяч долларов, это очень много. Что ж, я тогда буду поставлять детали, дальше складывать... Леня, что тебе снова у меня надо? Владус, Владус! Чего тебе такое нужно? Помоги, Паже, за мной! Да что он меня все время отвлекает? У меня уже есть 20 тысяч долларов, но я даже сейчас здесь ничего прокачать не могу. Ладно, пойдемте посмотрим, что ему нужно. Ты же про? Ну, конечно, я про. Я про во всех режимах в Роблоксе. Подскажи, пожалуйста, как лучше вот тут вот сделать? Что лучше вот тут сделать? Куда ты меня ведешь, Лень? Ты ведешь меня на свой завод показать что-то или Он открыл те самые секретные двери! Стоять! А как он это сделал? Там же на них ничего не было написано. Ну-ка, они просто закрыты и все? Как он это сделал, ребят? Как? Каким образом? Здесь даже нет никакой кнопки, чтобы открыть эти двери. Ладно, я разберусь, как это работает, но немножко по... Не понял. Владус, мы тебе помогаем с роботами. А, Лупкин, тащи детали. Тащу. Кстати, когда зарплата? Что значит, когда зарплата? Да, когда деньги будут. Какие деньги? Я вас не нанимал на работу. Если не хотите, не работайте. То есть они сами что-то здесь делают и просят у меня деньги. Ну-ка, отставить. Я буду поставлять детали собственноручно. Ой, а как-то они мало поставляются. Тогда мне нужно заполнить сначала 7 деталей. Так будет быстрее, потому что это самая дорогая конвейерная лента, которая только есть сейчас у меня. Что ж, деталей хватит. Сейчас мы покрасим робота, запрограммируем его и продадим. Каждый робот дает нам 1500 денег. Но что если я куплю донат на удвоитель денег? Да, мне придется потратить еще 250 робуксов. Я что-то не понял сейчас. Ты донатишь? Нет. С чего ты взял? Откуда у тебя такой попугай? За 1 миллион купил. Это не важно. За 1 миллион... Секундочку, ты что? Ты донатишь? Да нет же, Лень, кто тебе сказал? Если честно, то я сказал Владус. А потом я. Вы серьезно? Я не могу задонатить из-за того, что ты донатишь. Вот ты вообще! Что я сделал? А ну не спать, я сказал. Вы что? Ого! У меня за это время уже 143 тысячи долларов скопилось. Так, секунду, я сейчас полностью закончу эту линию. Да! И теперь мне еще и в два раза больше денег капает. Я нанял нового программиста, и кажется, у меня сейчас уже все конвейеры доделаны. Откроется ли эта дверь? Ой. Второй этаж. 800 роботов. Откройте дверь! А ну же, живо! Степ, ты с ума-то не сходи. Сейчас у меня роботов дофармится, и я эту дверь открою. Всего лишь нужно 800. Пока они фармятся, вы успеете подписаться. Ой, времени у вас немного. Бегом! Ну, кто успел, тот и съел. Что ж, второй этаж есть. Как Леня это сделал быстрее, чем я не понимаю. Но сейчас конвейер стоит 130 тысяч.
Да уж. Здесь мне придется поработать самому немного подольше. Ребят, беремся за работу! Сварганим этих роботов! Класс! Целая команда. Только зарплату не просите. Оказываюсь, работать без зарплаты. Я тоже. Ладно, ладно, я вам заплачу. О, отлично, работаем. Сюда его. Да уж. Я им буду поставлять детали, а они будут крафтить роботов. Это хорошая связка. Стоп, мне показалось, или за одного робота мы зарабатываем примерно 13 тысяч долларов. Ого, это шикарно. Ребята, это просто супер. Желательно добавить человека, который будет таскать сюда эти детали, так как мне это делать неудобно. О, смотрите, побежал, хорошо, работает. А я буду ребятам помогать программировать роботов на самом последнем этапе. Так мы точно обгоним Ленчика. Да, кто-то красит, кто-то стучит, кто-то программирует. И, в общем-то, у нас отличная связка. О, нанять работника, 150 тысяч. Делаем. Лень? Где? Что где? Фух, я так долго бежал. Ты сказал суп. Нет, мы здесь суп не варим, мы делаем роботов. Суп? Ер какой-то. Леня. Где он? Я жрать хочу. Иди отсюда со своим попугайчиком. Ладно, у меня и так уже полностью завод готов. Покатус шоколадус. Вообще-то мармеладус. А если правильнее, то Владус мармеладус. А что если в магазине сейчас стали деньги дешевле? Да, и правда. Мы можем купить 14 миллионов денег за 999 робуксов. Но я этого делать не хочу. Лучше сейчас потратим деньги на менеджера, на работника. И у меня они только что все закончились. Да как же так? Роботы должны делаться. Я пойду, пожалуй, в самый низ, так как мне нужно купить прокачку. Конечно, я давным-давно это не делал. Сейчас я ускорю рабочих. Ого, дальше это стоит 5 миллионов. Ну уж нет, спасибо. Потом я сделаю пространство 3. Я не понимаю, что это значит. Теперь это на максимум. И больше места на конвейере. Класс! Я потратил почти все свои деньги. Где зарплата? Вы что, не поняли? Он вас обманывает. Никакой зарплаты не будет. В смысле? Идем работать ко мне. О, Леня, ты что? Не-не-не-не. К тебе никто не пойдет работать. Я выплачу зарплату. Просто немножко попозже. Итак, буду им слегка помогать. А, здесь уже все заполнено. И что, я должен куда с этой коробкой бегать-то? Смотрите, как они работают. Отлично, просто все слажено и налажено. И сейчас мы можем купить уже следующий конвейер. Сколько он стоит? 750 тысяч долларов. Ну уж нет. Лень, иди отсюда. Ладос! Я тебя сюда не звал. Можешь кое-что забрать у меня? А, там твои вещи. Какие еще вещи? Ну-ка, секундочку, пойдемте к Лене на завод. Он меня что, обмануть в чем-то пытается? Или похвастаться своим крутым магазином? Хотя у него здесь не особо-то он и крутой. Поднимемся наверх и... У него уже есть здесь вторая линия? Да как он это делает быстрее, чем я? Смотрите, третий этаж можно открыть только в одном случае, если сделать перерождение. Как я здесь оказался? Если честно, это я тебя выгнал. Ага. Ясно. Ясно, что ничего не ясно. Итак, у меня есть 1 миллион денег. Наконец-таки. Мы можем что-то прокачать. Нет, мы ничего не можем прокачать. Стоп, вот это нужно точно прокачивать. Мне нужно накопить 1,5 миллиона денег. А что это? Я так понимаю, что наш робот станет резко дороже. Примерно в 2 раза. Очень на это надеюсь. Дождемся, пока наши деньги капнут ко мне в кошелек. Можно я еще твоим заводом похвастаюсь? А то у меня в целом нет завода. Нубкин! В смысле у тебя нет завода? Ой, не иди ко мне! У тебя был завод, все было нормально. Что не так? А, серьезно? Тебя что, обокрали? Дурацкие грабители, выйди, пожалуйста! Это смешно! Ничего здесь смешного нет! Ладно, Леня, тебе... помогу. А что случилось с его заводом? Как так могло все исчезнуть в одно мгновение? То есть сейчас я прокачиваю первое значение, у нас становятся дороже роботы явно, и смотрите, как быстро у меня теперь спавнятся деньги. Конечно же, я куплю новый конвейер примерно за 5 секунд. Да уж, Ленчику теперь до этого конвейера очень далеко. Отлично, покупаем конвейер. И сейчас я сложу металл, сделаю первого робота. Работники стоят здесь по 1 миллион баксов. Ого, вот это неожиданно. Ну что ж, ребят, тогда работаем. Сколько нам даст один робот? Ну-ка. Ё-моё, 100 тысяч сразу? Ой, Лень, привет. Хватит хвастаться. Я не хвастаюсь. Можно у тебя поработать? Нет, Лень, тебе нельзя. Ты мне что-то не нравишься сегодня. У тебя ужасный завод. Что это было? Не обращаю внимания. У Лени иногда меняется настроение. Раз в секунду. А нам пора создавать новых и новых роботов. Самое интересное, что мы буквально каждый раз делаем почти одинакового робота, но стоят они по-разному. Мне нужно 50 миллионов. Еще чуть-чуть, и я их добуду. Осталось всего лишь продать 500 таких роботов.
Да уж, я уже дико устал работать. Что я сейчас сделаю? Конечно, поступлю по-умному. Вот! Плюс 70 миллионов денег. Это нам надо. Я прям сейчас потрачу 999 робуксов. А вы подпишитесь на канал. Обещаете? Есть! У меня на балансе 100 миллионов. А это значит, что я могу спуститься в самый низ и нажать на эту кнопку. Захватить мир. О, да! Жмем! И что? Вы серьезно? У меня просто пропал завод и все? Степа, кажется, зарплаты не будет.